А знаете ли вы, что в полмиллиона вагонов входит ровно 13 миллионов самых обычных тарелок? Вот такое количество тарелок за 30 лет работы на нашем заводе сделала Анна Сергеевна Голубева. Нашим фарфоро-фаянсовым заводом имени Калинина и знаменит город Конаково. Полтора века назад заезжий немец купил 200 десятин леса у местного помещика. Заводишко примитивный построил, но прогорел. Потом хозяинчил тут промышленник Кузнецов. Рос завод, рос и поселок. В честь нашего земляка и эволюционера Порфирия Конакова поселок потом переименовали в город Конаково. По всему миру ходит продукция нашего завода. Еще в 1937 году в Париже получила она гран-при. Серебро завоевал завод в Брюсселе в 1958 году. Сейчас готовят наши художники Евгений Иванович Беляков. Вот подарок к 50-летию советской власти. Серию кружев. А наша Вера Григорьевна Фитянская сделала комплект посуды для международной выставки в Монреале. Люди у нас необыкновенные. Они-то и создают славу нашего города. А наша Конаковская ГРЭС, разве она не знаменита? Но, впрочем, это уже совсем другая история.